Миру покажем эту непобедимую русскую силу. Всем привет, я Роман Цымбалюк, корреспондент агентства УНИАН в Москве. И спешу вам рассказать об очень интересном событии, которое произошло здесь, в Москве. На этой неделе сюда съехались и слетелись так называемые российские соотечественники из всего мира. Ну, то есть, это такая группа людей, которая официально декларирует, что они пятая колонна в своих странах. Иногда соотечественников считают как наивно полезными, а у нас на Западе воспринимают иногда как наивными дураками. Или хуже всего, но этим я скорее горжусь, что мы мягкая сила пятой колонны. Почему бы нет? Извините за откровенность. И это очень интересно, что получается, главная задача российских соотечественников за рубежом – это развал и ослабление стран, гражданами которых они сейчас являются. И понятно, что этому мероприятию уделяет очень большое внимание российское руководство, и туда приехали все. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Не только президент Российской Федерации, и министр иностранных дел, и министр просвещения. Не путать с Министерством образования, потому что в стране скреп, образованием уже никто не занимается. Занимаются просвещением. Ну и другие чиновники достаточно высокого ранга. Дорогие друзья, все это особенно важно сейчас, когда решаются вопросы, от которых напрямую зависит будущее нашей страны, России, да и многих стран мира. Ситуация в мире непростая. Увеличивается напряженность и непредсказуемость. Подрываются основы международного права. Как вы понимаете, Владимир Владимирович, пользуясь случаем, что он общается с соотечественниками, начал проводить работу по расширению списка лиц, которые в случае ядерной войны попадут сразу в рай. Ну, естественно, как мученики. Рушатся многолетние договоренности между государствами. В ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего агрессивного национализма. На Украине, что греха таить, мы знаем об этом, в странах Балтии, в ряде других государств переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Естественно, по традиции русофобии обвинили Украину, но и в национализме. И это сделал человек, который себя называет главным националистом в Российской Федерации. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Вообще, всемирный слет соотечественников в этом году прошел, ну скажем так, без такой агрессивной лексики. Ведь на предыдущих мероприятиях, уже после 2014 года, например, Дмитрий Анатольевич Медведев обещал соотечественникам, что в случае чего, если их где-то кто-то будет обижать, то Россия будет действовать, как в Южной Осетии и Крыму. Ну, то есть, на самом-то деле, он объяснил, что задача соотечественников подготовить приход российской армии в данные страны и в данные регионы. И непонятно только одно, почему наши российские, как они себя называют, мы же братья, вторглись в Украину, мотивируя это защитой соотечественников и русскоязычных. Ну и те же русскоязычные были вынуждены взять оружие, чтобы защитить свою страну, Украину. Кстати, если говорить о терминах, то слово «сепаратизм» и «сепары», оно на самом-то деле абсолютно неправильное и ошибочное. Если мы говорим о событиях, которые происходят в Крыму и на Донбассе, то нужно использовать термин «коллаборационизм». Он более точный. Он значит, что ряд лиц перешли на сторону армии страны-агрессора. И в данном ключе господину Захарченко, это бывший директор так называемого ДНР,
лучше было зайти в кафе не «Сепар», а в кафе «Коллаборант». Ну или можно просто оставить 4 буквы этого слова. Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы. Я вам говорю, что они этот раз как бы напрямую оружием не грозили, хотя расслабляться не стоит. Ведь всем известно, что международные механизмы, о которых говорит Владимир Владимирович, ничего не стоят. Особенно если туда уже ступила нога российского солдата. Может, даже он и в отпуске по документам, или просто его родина бросила, как сержанта Агеева. Что интересно, Владимир Владимирович фактически впервые начал размышлять о последствиях 2014 года. И одним из этих последствий является предоставление в ближайшем будущем, я в этом уверен, Томоса и создание в Украине украинской православной поместной церкви. То есть своей собственной церкви, а не церкви страны агрессора. Могу сегодня не сказать и об усилиях Русской Православной Церкви, других наших традиционных конфессий, ислама, иудаизма, буддизма. Я многих из представителей этих конфессий вижу в зале и хочу их поприветствовать. Хочу поблагодарить за укрепление культурных и гуманитарных связей с Россией наших соотечественников за рубежом. К сожалению, сейчас их пытаются теми или иными способами разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам. Стоп! А как вы хотели? Ну, вы же в 2014 году поставили под сомнение сам факт нашего права на нашу национальную квартиру. И именно в результате вот таких агрессивных действий Российской Федерации был запущен один из процессов, который касается церкви. А сейчас Владимир Владимирович угрожает нам в связи с этим новыми опасностями. Хочу подчеркнуть одно. Политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями. И прежде всего для тех, кто это делает. Я думаю, что эти слова, люди, которые привлечены к принятию решений в части создания Украинской православной поместной церкви, восприняли очень серьезно. И опять же, исходя из опыта 2014 года, я бы эти слова воспринимал бы как угрозу, непосредственную угрозу. И Вселенскому Патриарху надо быть осторожным. Да и вообще всем нам, кто в той или иной мере сталкивается с российским государством. Этого продолжим совершенствовать программу добровольного переселения соотечественников в Россию. Отмечу, что за время действия программы, а ей в этом году исполнилось 12 лет, в 66 субъектов Федерации переехало около 800 тысяч человек. Это вообще прекрасная цифра. В Россию переехало 800 тысяч человек, но загогулина в том, что массовое использование вот этого механизма получения российского гражданства началось после 2014 года, когда жители Востока Украины, который Россия сделала непригодным к жизни, были вынуждены бежать. И объективно некоторые люди поехали на территорию России искать себе там свое счастье, а большинство, понятно, в свободную Украину. И вот эти люди, которые поехали в Россию, они действительно стараются получить российское гражданство, потому что с украинским паспортом здесь не так все просто. Это они так, на словах, мыши-братья и все остальное. А когда касается дела, 90 суток и, возможно, депортация. Не могу вас не познакомить с еще другими выступающими, потому что все, что они говорили, по сути, непосредственно касается нашей страны. В полной мере. А те, кто хотят вступить в гражданство Российской Федерации, должны будут это сделать с минимальным количеством бюрократических препятствий и проволочек. Вы знаете, так сложилось, что, живя здесь, в России, после 2014 года я познакомился с очень большим количеством донечан, которые далеко не все, это правда, занимают проукраинскую позицию, но вне зависимости от того, что они думают об Украине,
вы бы слышали, какими словами они характеризуют Российскую Федерацию, которая кричит о том, что мы вам поможем и все остальное. А когда касается дела, получить русский паспорт очень и очень непросто. И да, самый отличный и самый работающий механизм – это вот эта программа переселения соотечественников и одна небольшая мелочь от 5000 долларов. Как говорится, кто как договорится с российскими чиновниками. Они почему-то не всегда делают скидку представителям русского мира из оккупированного Донецка и Луганска. Отдельно хочу остановиться на проблеме разжигания русофобских настроений, с которой мы сталкиваемся в целом ряде стран. Хочу сказать, что вот 18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. Мы глубоко признательны всем нашим соотечественникам, кто принял участие в голосовании. Но, к сожалению, Россия столкнулась с беспрецедентным сопротивлением организации голосования на Украине. Как я часто говорю в своих блогах, российские чиновники, они как бы время от времени включают дурачка. Вот товарищ, на самом-то деле, вице-спикер Госдумы возмущается фактом, что россияне не могли объективно, свободно проголосовать 18 марта 2018 года на перевыборах Путина. Он только забывает добавить, что именно 18 марта, но 2014 года Россия официально аннексировала на тот момент оккупированный Крым. И они придуриваются, или я даже не знаю, что они хотят сказать. Они думают, что за это время мы забыли о российских деяниях. Чем активнее и агрессивнее становится вот такая русофобская политика ряда стран, тем выше мы ценим стремление соотечественников активно распространять в странах своего проживания объективную информацию о современной России, ее истории, достижениях в образовании. Возможно, я неправильно понял, но товарищ депутат как бы проговаривает, что соотечественники должны рассказывать сказки российского телевизора в своих странах. Ну и как бы вот это, транслировать вот этот месседж о том, что Владимир Владимирович самый лучший президент, а Россия хочет мира всему миру. А если кто-то погиб от российского снаряда, он или бандеровец, или националист, или если это была авиабомба, например, в Сирии, то террорист. Россия – это отдельный мир, отдельная цивилизация. А вот с этим россиян я спешу поздравить. Главное, чтобы этот отдельный мир и отдельная цивилизация жила, развивалась, размножалась, строила ракеты, метро и собирала валежник. Но главное, делала это в своих национальных, общепризнанных международных границах. А это значит, что Крым и оккупированный Донбасс точно не части Российской Федерации. Русский мир действительно станет важным и влиятельным фактором в международной политике, определяя будущее не только нашей страны, но и во многом мировые перспективы. Насколько я понял, если они говорят о мировых перспективах и используют слово «русский мир», то это как бы такой призыв: вставайте под знамена русского мира, и тогда вы точно попадете в рай. Опять же, как мученики, извините, что повторяюсь. Но любопытно другое, что на этом сборище профессиональных русских, российских соотечественников звучала так часто фраза «русский мир», они как-то после 2014 года ее немножечко стеснялись говорить, потому что понимали, что русский мир – это война и смерть, особенно когда шла кровавая бойня на Донбассе до подписания Минских соглашений, которые, ну, скажем так, зафиксировали линию соприкосновения. А теперь снова русский мир, русский мир, русский мир. Почему-то не называть вещи своими именами. Русская война. Российская диаспора по праву является одна из самых больших в мире, и именно она становится важнейшим фактором
мягкой силы. Это, кстати, министр просвещения Российской Федерации. И надо быть откровенными, что с мягкой силой у РФ не очень. Вроде как говорят о мягкой силе, а потом все заканчивается российскими военными. Нам, говорящим по-русски и будучи русскими по своему менталитету, наверное, трудно переоценить, это лучше сделать со стороны, значение русского языка. А вы знаете, что я здесь с выступающей соглашусь? Вот я честно, ничего не имею в виду против русского языка. Я сам пользуюсь русским языком, хотя с детем разговариваю на украинском. Хороший язык. Нет проблем. Прекрасный язык и он. Но знаете, что меня смущает? Что факт того, что я и многие другие граждане Украины являются и используют в жизни русский язык, является поводом для вторжения в нашу страну, это как бы повод задуматься, а стоит ли так активно использовать этот прекрасный язык. Ну, по крайней мере, переходите в своих гаджетах на украинскую мову и під час різноманітних опитувань в Україні теж, каже, що головна мова – українська. Говорити можна, як хто хоче. Це справа особиста. В 2018-2017 году и в Орленке, и в Артеке прошли международные смены по русскому языку, причем мы пригласили юных школьников из стран ближнего и дальнего зарубежья для того, чтобы они участвовали полноправно в работе этих смен. Смены, лагеря, но факт остается фактом, что учить русскому языку они возят людей со всего и детей со всего мира в оккупированный Крым. А потом удивляются, что в Украине происходит украинизация. Даже само словосочетание, оно кажется немножечко нелепым. А что у нас должно происходить? Марсианизация? Вряд ли. В настоящее время каноническое единство Русской Православной Церкви стоит перед новым историческим вызовом. Константинопольский патриархат в одностороннем порядке объявил Украину своей канонической территорией, признал и принял в общение иерархию украинских неканонических сообществ, а также заявил о намерении создать на ее основе новую поместную церковь на Украине и предоставить ей статус автокефальный. Как вы понимаете, на встречу с профессиональными русскими приехали в том числе и высокопоставленные российские священники, московские попы, мне кажется, это немножко грубоватое выражение, и вот они как бы настраивали свою паству, которая разъедется по всем точкам нашей планеты, чтобы они всячески препятствовали созданию Украинской Православной Поместной Церкви. А это такая мини-лекция по этому поводу, ну, так сказать, в продолжение слов Владимира Владимировича, который пугал нас всякими опасностями. А потом начали выступать сами соотечественники, они начали клясться любви к России и обещать служить ей верой и правдой. В нашем неспокойном мире Россия как никогда находится в большой опасности. Вы знаете, на самом-то деле я очень искренне и с большим уважением отношусь к профессиональным русским за границей. Ведь получается какая интересная штука. Они живут на Западе, пользуются всеми благами западного мира, такими как право на собственность и гарантия собственности. Ну и там еще есть много различных моментов. Слава богу, у нас без виз, и это можно увидеть собственными глазами. Но, тем не менее, продолжают любить Россию, приезжать в Москву и рассказывать с высоты Парижа о том, как же, в какой же сложной ситуации находится российское государство. Говорить мы русские в широком понятии этого слова. История. Мы всегда должны собирать наши силы против тех, кто непрестанно нападают на нас, то есть на Россию.
Я их понимаю, что собирать вот эти силы, находясь в Париже, в Берлине, в Вашингтоне или Нью-Йорке, очень даже приятно и интересно. Сложная международная обстановка, характеризуемая нарастанием русофобии, политикой санкций по отношению к России со стороны стран Запада, ставит новые вызовы перед нашим движением. То есть вот товарищ прямо говорит, что задача диаспоры противодействовать курсу стран проживания, если мы говорим о странах Запада, и добиваться снятия санкций против России. Только не могу понять, почему никто из них, из этих соотечественников, которые живут в западном мире, а вот этот товарищ из, насколько я понял, Китая, тем не менее, не вспомнили, что санкции-то наложены не просто так. Они не с неба упали. Это все за российское вторжение в Украину, за так называемый, что там, Крым наш? Я думаю, что следующего выступающего особенно характеризовать и представлять не надо. Это Маргарита Симоновна Симонян, которая находится сейчас на переднем краю информационного противоборства с нашими недругами, которая активно пропагандирует все те понятия, о которых здесь шла речь сегодня. Маргарита Симоновна, вам слово. Видите, тут никто не скрывает, что задача соотечественников Российской Федерации, это как десант в тылу врага. Они же тут о чем говорят? О противоборстве и в том числе информационном. Ну и понятно, что здесь слово эксперту Маргарите Симонян. То ни одна современная война не происходит без предварительного артобстрела медийного из всех оружий. Это было уже не раз на наших глазах. Украина такой артобстрел почувствовала на себе. Вспомните 2014 год, когда, насмотревшись российских каналов а-ля Russia Today, ну и других, которые вещают на русском, граждане Украины почему-то выступили против своей страны. Вот это арт-обстрел. И мне кажется странным, если кто-то хочет в Украине вернуть российское телевидение. Но это все то же самое, чтобы поджечь свой собственный дом. Пресса обслуживает агрессивные интересы тех стран или тех организаций, которые напрямую или косвенно ею управляют. Эти слова воспринимайте как чистосердечное признание. Высказывания Симонян действительно очень интересны и важны, потому что вы можете относиться к ней как угодно, но она настоящий профессионал информационной войны. Я бы сказал, почти ядерная бомба. И она делится очень интересными замечаниями. Это вот пример, вы, может быть, знаете картинку с мальчиком Амраном. Он стал символом так называемых зверств режима Асада. Это картинка этого несчастного мальчика, который весь в пыли от артобстрела, раненый. Она облетела весь мир, она была на всех обложках, на всех телеканалах. Его тиражировали все. В копоти, в крови мы разыскали родителей этого мальчика. И оказалось, что эти родители поддерживают Асада. Знаете, я не буду спорить, был мальчик или не был мальчик Амран в Сирии, поддерживают его родители Асада или нет. Но вообще-то Маргарита Симоновна рассказывает о такой интересном приеме, который активно использовался российской стороной. И да, госпожа Симонян, вам мальчик, славянский мальчик, распятый, передает большой привет. И проблема только в том, что он никогда не существовал, что это выдумка. И с другой стороны, выдумка разве это когда-то была проблемой для российского телевизора? Россия своих не бросает. Спасибо большое. Может быть, блок получится слишком длинным, но тот, кто досмотрит до этого момента, наверное, оценит, что как здесь все работает. Вам мастер-класс от эксперта
гуру российской пропаганды. Гражданство Украины, беженцев с Донбасса – это наша больная тема. Мы на Rush Today запустили такой проект, который называется «Не один на один». В рамках этого проекта мы договорились с МВД, за что я им очень благодарна. Они пошли навстречу просто мгновенно и решают проблемы молниеносно. Мы вместе с ними находим способ быстрее дать российское гражданство или хотя бы вид на жительство, или как-то иначе облегчить судьбу приехавшим сюда нашим соотечественникам и с Украины, и из других стран. Да, как круто. Спустя более чем 4 года после российского вторжения, когда люди действительно были вынуждены бежать, в том числе в Россию, они до сих пор рассказывают о том, как они снимают сюжетики и делают передачи о том, как они помогают выдавать российские паспорта. Но что-то мне подсказывает, что о каждой истории снять сюжет не получится. Мы много можем сейчас говорить о том, что и демография России подразумевает, что мы должны приветствовать этих людей, приезжающих к нам. И экономически это было бы целесообразно. Граждане Украины и не только других стран, которые приезжают в Россию, они должны знать одно, что они решают российскую демографическую проблему. У нас там, кстати, тоже, мягко говоря, не все в порядке. Но называть вещи своими именами – это важно. А если говорить о беженцах с Донбасса, так уж просто человечески, это просто вопрос гуманизма. Понятно, что есть много причин и проволочек, которые не могут пока позволить, я надеюсь, пока позволить государству сделать этот процесс массовым, как когда-то жителям Абхазии, например, были выданы российские паспорта. Спешу огорчить всех жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Вам готовят очередную Абхазию, серую зону, без прав, территорию, которую никто не признает, где никогда не будет инвестиций, где никогда не будут работать заводы и фабрики. И посоветую вам только одно – уезжайте оттуда, потому что освободить эти территории у Украины объективно нет возможностей. Знаете, напоследок скажу такую вещь, которую, наверное, надо было сказать в начале. Я здесь общаюсь с очень большим количеством людей, которые в Украине до войны были профессиональными соотечественниками, русскими соотечественниками, но после вторжения были вынуждены переехать в Москву. И знаете что? Они здесь ходят и грустят, скучают по Киеву и мечтают вернуться. И главная причина в том, что они перестарались. Это быть здорово российским соотечественникам, рассказывать о любви к России, но до момента прихода Российской Федерации. А когда они вернулись сюда, они стали, по большому-то счету, никем. Ведь здесь все молятся на Путина. Они стали такими же, как и все. А в Украине они были чуть ли не героями для российских, да не только российских телеканалов. На этом все. Читайте агентство УНИАН. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Увидимся. Пока. Знаем, что вы делаете все возможное для укрепления русского мира.